Подмосковье 17 августа стартовала бизнес-программа «Наставничество». Участие принимают начинающие бизнесмены и те, кто только планирует открыть свое дело. Действующие предприниматели могут посетить обучение при условии, что их компания была открыта после 10 августа 2020 года. Курс будет длиться 7 недель. На всем протяжении обучения с участниками будут работать опытные наставники.